Добрый день, уважаемые пациенты. Меня зовут Ленкин Сергей Геннадьевич, я врач-венеролог-уролог. Сегодня мы поговорим о мазке на гонорею. Мазок на гонорею или трипер, соответственно, может делаться изо рта, ануса, из мочеполовых органов у мужчин и женщин. Как необходимо подготовиться к мазку на трипер? Во-первых, не принимать антибиотиков минимум неделю. Во-вторых, не мочиться 1,5-2 часа и не вступать в половую связь накануне. Вообще гонокок может жить в анусе, во рту, в половых органах на постоянной основе. Значит, каким образом берутся мазки? Вот таким вот одноразовым урогенитальным зондом берется мазочек на стекло, на гонорею. Там смотрится внутренняя структура гонокока, которая под микроскопом выглядит как такое двойное шарообразное образование, либо снаружи от воспалительных клеток, либо внутри воспалительных клеток. И, наконец, второй мазочек – это мазочек ПЦР-анализа. Там смотрится ДНК самого непосредственно гонокока путем того, что сначала материал клонируется, умножается, содержащийся там ДНК гонокока в нашем случае, во много десятков и сотен раз. Затем она сравнена с эталоном ДНК гонокока, который имеется. Если она совпадает, то гонорея обнаружена. После обнаружения гонореи, соответственно, проходит лечение. Раньше еще делался посев на гонокок, тоже из мазочка. Но сейчас, вследствие того, что гонорея и гонокок чувствительны практически к большой группе антибиотиков, то, соответственно, посев делается все реже и реже, и во многих лабораториях его нет вообще. Вообще, вот мазочек на стекло, в частности, наиболее информативен из мочеиспускательного канала. В случае рта, ануса, все-таки сразу лучше делать вот в такую ПЦР-пробирочку. В случаях, когда подозревают хроническую гонорею, бывает, что советуют сделать мазок с провокацией. Когда либо пациент выпивает спиртные напитки накануне взятия мазочка, либо, соответственно, ставятся специальные лекарственные препараты, что более правильно. Такие, как, например, пирогенал, гоновакцина и так далее. Это, как правило, внутримышечная инъекция. На следующий день врач-венеролог берет анализ. При необходимости забора любого мазочка на гонокок, обращайтесь в нашу клинику платный КВД. У нас этим занимаются опытные венерологи. Они берут из любой полости организма, будь то половые органы, анус или изо рта, и, соответственно, при наличии гонокока назначают грамотное комплексное лечение, которое приводит к выздоровлению. У нас имеется экспресс-мазочек на гонокок в течение 20 минут на стекло, где можно посмотреть гонокок, и, соответственно, имеется авторская методика безболезненного забора мазочков из уретры мужчин. Поэтому ждем вас в нашей клинике при любых подозрениях на гонорею. Спасибо за внимание.